Namaskaram. Dobro pozdravstvo, друзья, вам наше четвертое видео, наш курс «Обрасти силом». Сегодня у нас есть такой специальный практик, как занимать динамический практик, как получать энергии на физический уровень и также на тонкий телоуровень. Сейчас я сегодня на открыт воздух, и можно слушать звук птички, а это вообще открыт природа. Я очень рекомендую, если вам возможно эта практика, занимайте открыт природа, она самая максимальная, дает вам результат, как эта практика работает. Потому что здесь есть очень много дыхательных практик, есть очень много динамических практик. Обязательно, что когда вы занимаетесь этой практикой, то был открыт воздух, чистый воздух и природа такой красивая. Если у вас не получается как открыть природа, лучше открывайте ваше окно и занимайте его так просто. Сейчас градус минус 2 почти, утро 7 утра сейчас. И ну, для меня это комфортно, может быть вам не совсем будет комфортно, если вы практикуете на открыть природа, пожалуйста, посмотрите, градусы не было меньше, чем 8 плюс градусов. Тогда будет вам удобно, конечно, занимать так. Так. Главное, что себя чувствовать живой и сильный. То сегодня у нас практика будет на более динамической форме. То первое, хочу рассказать, что самое главное динамической практики, что дыхание. Как вы дышите там? Как ваше дыхание получается полное и осознанное, как вы дышите там? То самое главное, когда мы занимаем йогическое дыхание, это называется, когда мы дышим животом, и диафрагм и грудь вместе. То есть здесь наполненный процесс, на динамический процесс, мы постараемся, что наш вдох был одинаковый, как наш выдох. То есть, если человек занимает вдох, примем вот так, то выдох тоже так же. Либо постараемся выдох чуть-чуть длиннее, чем вдох. И также, когда мы занимаем движение, то движение и дыхание вместе, примем движение вдох. Закончил дыхание и закончил одно время движение. И также с выдохом заканчивает движение и дыхание вместе. То движение и дыхание как свое место, одна союз. И также построим выдох и выдох также одинаковый, либо длинный выдох. Это самый главный элемент на сегодня практике. Сейчас сидим себя комфортно в позиции медитации. И спина дым ровно прямая. Закрываем глаза, мудро чин, плавный вдох, плавный выдох. Повторяем три раза мантра ОМ, вдох. Ментальная тишина и пустота. Почувствуем дыхание, плавный вдох и плавный выдох. Плавный вдох, плавный выдох. Положим сразу правую ладонь на район живота, левую ладонь на район груди. И дышим начальный полный йогический дыхание. С вдохом начало дуваем живот, дальше поднимаем грудину. С выдохом спускаем грудину и конце выдохом животом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Глубокий вдох. Задержка дыхания.
na vreme za deška pa čustim svoj vnutrini agni energiji, energiji agon, kakav na garit na rajon život, plavne vite. Posle vida za deška dijani, išo razdeđe koncentrat na rajon život, išo niz životom, чувствуй свою адренальную энергию. Чувствуй, как адреналин поднимается вверх, вдох. Задержка дыхания. После 10 секунд задержка плавный вид. Задержка дыхания. После 10 секунд задержка, длинный вдох. Задержка дыхания. Плавный вид. Чувствуем дыхание, вдох. Медленно открываем глаза. Поднимаем руки в стороны, вверх, с вдох. Делаем замок, руки вайса, тянем руки просто сильно, сильно вверх. И прогибаем себя просто на правой стороне. Вдох, корпус на центр. Leva vida, me dá vida, me dá vida, me dá mientras buscamos que estás ou prata na calini. И сворачиваем на себе правую сторону, левую ладонь на правую, колено на правую, руку назад. Поворачиваем назад и подышим. Дышим глубоко с животом. Собираем корпус обратно в центр. И сразу поворачиваем стороны, левую, правую ладонь, левую, колено, левую ладонь назад. Дышим с животом еще раз. Corpo sabrato no center e podnimam ruki srazo storne vier ladoi delam srazo zade galava sa samok surki palitsa e otkivam lokti maximala nazad naklon period otkivam grudina vido chusim kak otkivas robra poles vida delam corpos nazad ugle spina lokti gru bliske pole vida vido period Vida nasal. Vida superior. Vida nasal. Vida. 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 Медленно выпрямаем спину, подкиваем локти, стороны, медленно спускаем ладони сразу на правую. Сразу подкиваем правую ногу на правую сторону, видим левую колено согнуто, также здесь правую колено поставим прямой, держим полностью правую ладонь на колено левой. И поднимаем левую, с левой стороны вверх, вдох. Растяжка сильная, активная, носочки сильнее, вида обратно вниз. Самое главное, фокусируй дыхание, как вы дышите здесь, еще раз вдох.
чувствует, как и плавит, как волны на море. Вдох. Согибаем колено еще раз. И левую ногу открываем пост на левую сторону. Вот так. Правая ступня, что была рядом с бедро левой. Левая ладонь. Колено правое. Правую сторону. Вверх. Вдох. Сильно тянем носочки себе. И растянем полную правую руку. И доспускаем. Вдох. Так повторяем каждый стон, я обратно внимание, вдох, ми, отлично, медленно, согни обратно колено левое, держим баланс обе ступнями и поднимаем себе корпус, поворачиваем плечи назад и вниз, занимаем первый кулак на ладони, сильный такой кулак, и положим кулак сразу рядом с грудью. Поднимаем правое колено вверх, с вдох. Vida, resca vida, ступня ниже. Левый вдох, vida. Вдох, vida. Плечи назад, почувствуем дыхание, вдох, выдох. Вот, почувствуем дыхание, расслабим плечи себе, поворачиваем плечи пару раз вперед и назад. И также почувствуем, что я подбородок, да, в левую сторону, почувствуем, кругом занимаем, правый до левого. И обратно левый до правой ноги. Так, хорошо, почувствуем себя тело. И сейчас приходим себе начальный коврик. И это называется практик Сурья Намаскар, перед солнцем. Сурья Намаскар — это такой практик, который дает человек внутри свое солнце. И это энергия такая, которая самая внутри человек всегда внутри. То почувствуем эту энергию со мной вместе. Приходим себе начальный коврик, спина дым ровно прямая, поворачиваем плечи назад и поднимаем руки в стороны, вверх, вдох, подой вниз, намашкар, мудра, грудь. Закрываем глаза, концентрация на центр грудь, чувствуем свою солнечную энергию, центр сердца, за глубокий вдох, поднимаем руки вверх, медленно, медленно, дым прогиб назад, глядь вниз, товарищи, палицы. Выдох, наклон вперед, палец по нашей ладони, сразу палец. Если вам не хватает ладони на палец, поставим голеностоп, где близко можно, и толкаем себе вперед. Согните колени и левый ступень вверх назад сразу, и поставим левое колено на палец и толкаем. Копчик и таз вперед максимально, глядя на кончик ног. Выдох, правый ступень назад, планк, ступня вместе, глядя вниз брюхо. Смотрим просто вперед. Дальше согни колени, колени на палу, грудь и ног. Вдох, выдох. Вдох, поза кобра, буджангасана, локти согни, взгляд на кончик носа. Выдох, собака морда вниз, от пола муксонасан. Открываем грудину и поднимаем копчик максимально вверх. Вдох, левый шаг вперед. Ашусанчранасан, взгляд на кончик носа. Выдох, правый ступень вперед, падуттанасан, вдох, руки вверх, прогиб назад, хастуттана, выдох, пранамасан, еще раз хастуттана, вдох, выдох, падуттанасан, наклон вперед, согни колени, правый ступень назад, вдох, ашусанджанасан,
वीद देव सुपिनजात प्लांकोस चतुर्दंडासन अष्टांग नमस्कार विदो वीद विदो भुजंगासन वीद अधो मुक्ष्मासन प्राग शक्ति योद विदो अश्वसंचलनासन देव शक्ति योद वीद Do Podimar Murki Vier, Pragui Pinazar, Vid, Pranamas. O tak mi zove se kak pole, adin krug da su namaskar, kada mi zanimam načalna leva na ganasa, i abratna pudi polčas leva period, tak kak palavin šak polčasa. I dalje abratna, kada mi zanimam naklon period, i prave stupnje nazad, i abratna period, это полчаска полная, один круг на суду маскар. И так надо повторять, надо, конечно, минимально, как 3, либо 6 круг на суду маскар, который дает сильную солнечную энергию. Сейчас покажу вам следующий такой стиль на практике суду маскар, называется Суры Дандикрия. И здесь сначала держим ладонь на талии, согните колени, поворачиваем плечи назад, открываем грудину вперед. И дышим очень быстро, такой пастрика дыхания. Сначала глубокий вдох. Сейчас завидим ладони на пару, ступни назад, чатуранга, урду муксуанасан, адвова муксуанасан, джам, колени прямая, либо движемся сразу согнуть колени, и дышим еще раз, быстро, 10 раз Капалабхати. Рада Чатуран, Вида, Видо, Вида, Собака Морданин, и Джам, еще раз, Ладой Наталья, и дышим. Чатуранг, вдох, 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 и дышим пять, вдох, вдох, глубокий. Видо джам, колени согни, и медленно поднимаем руки вперед, ладони вместе, взгляд вместе, большой пальцы в катасан, подышим пять видо вида здесь. Колени выпрямаем, самостоятельно. То получается на сурдандикрия минимально тоже здесь, когда мы согнем колени, дышим здесь минимально 10 дыханий, быстрый капалабхати с животом, сразу вида чатуранг, собака морды вверх, собака морды вниз и обратно, вот так. И так повторяем три круга. Этот три круга, на конце собака морды вниз, там дышим 5 дыханий, и потом на уткатасан тоже 5 дыханий, и конце самостоятельно. Это, как можно сказать, полный большой один круг. И так тоже можно повторять, как полный три круга здесь. Дышим плавный дыханий, вдох. Вдох, вдох, видим ладонь на талию, поднимаем правое колено вверх, вдох, вдох, правый ступень назад, постараем закрыть таз, таз после него, так вперед, постараем что правый ступень так назад, то пятки, пятка получится как прямая линия, копчик вперед, таз после прямая линия. И открываем руки одной линии, плечи вдох. И чуть-чуть на прогиб назад, вида. Руки поднимаем вверх и наклон вперед. Так, что получилось руки и правая нога, прямая линия. Подышим просто для животом. Вида.
видов, що розглянемо руки назад, чуть-чуть прогиб назад, це видов. Откиваємо руки, саме главне, ми откиваємо руки на цей видов. Вийде, що раз наклон вперед, і дрім прогиб, одну лінцю праве, нога. Да, спускаем руки, поминаем ноги, правую ступню берем вперед, поднимаем лево колено вверх, вида назад, левая ступня, закрытая также, тазовая кость будет вперед. Сначала берем руки просто, одни линзы плечи, чуть-чуть прогиб назад, сабидо, вида, руки получаются ладонь друг к другу, одни линзы, и наклон, одни линзы, левая нога. Do, ottimo godino. Ui. Vedo. E vida, spostiamo il chinisco, perdiamo il prato, la mestre. Ciò restare, zitiamo un po' di se, poniamo la cena prava, che lì non vi arrivo. Ui, da prava, spostiamo la zara. E здесь, так, зараз ви просто вперед, сагні, чуть-чуть лево коліно. Лево коліно і п'ятка хочуть прямая лінія. Дотуємо руки отак, з кулаком. І руки вперед, наклон вперед. Руки одні лінці, зяде нога права. Сабідо, піднімаємо корпус, левлов, кисогні, відкриваємо грудину. Бідо. Віде, вперед. З кулаком, бідо. Отримаємо грудина максимально. Віде. Відо. Віде. Так, повторюємо мінімально 5 раз. Випрямаємо коліна. Ступня місце. Саме ступні. Пробуємо другу ногу. Ліве коліно вверх. Відо. Назад. Тазок постик вперед. Согні праве коліно. Руки вперед. Кулак, вдох, і відкриваємо грудину, зразу глибокий вдох, вийде вперед, вдох, назад, відкриваємо грудину, вийде, вдох, вийде, отлично, спускаємо. Приймаємо коліна, підтримуємо зразу, наклон вперед. Відкриваємо ноги шире. І відкриваємо плечі назад і нижні. Наклон занімаємо вперед, угол, 90 градусів. І мідно, мідно корпус, рядом за правим сонно. На правий нога вдох. Вийде, наклон вниз іде. Рядом за коліна вдох. Вдох, піднімаємо, корпус на центр. Vide, leva storne e la bronza di un sacalino vide. Vido, vide, prave. Vido, leve. Vido, vide. Adrisca, mira na porta sulla senta. Поднимаем корпус, плечи поворачиваем назад и сразу прыгаем, ступня вместе. Сейчас сыграем ступня вместе и садим правое колено. И попробуем, как видим, баланс здесь тоже. Правая ступня на бедро левее и ладони вместе. Со вдох, замок суки палец, поднимаем руки вверх. Берем сразу ладони сзади, голову поднимаем грудину. Локти назад, пробу открывать себе стороны, вдох, вида. Красиво лифтами, вдох, вида. Можно тоже открывать руки вот так себе вверх тоже, можно вариант. Либо можно положить сразу правую ладонь на правое колено, и левую руку тянем сильно вверх, и чувствуем баланс себя боком тоже. Чувствуем минимум, медленно мере растяжка, вот так боком, и подлечим животом. Медленно поднимаем обратно корпус и конго выпрямаем правое колено. Согни левое колено, левую ступню на бедро правое, ладони рядом с грудью. Намашкар мудра. Сабидо.
sempre aqui ao lado do Tagus Bazar, que vai-me pedindo para o sindicato. Midna pode me amar de ver. Tipo, Mosna, que pode me seguir a boca, me livra, dói na livre. Ali, na vontade, e Midna para que vai-me seguir a chute, estou na livre. Midna pode me sobrar no centro. Escuscam, e vi prima em Calina. Chute sindicar e me dou. Vida. Lá me vidô, vi. Cadê um abraço, Natália? Preguem de novo estrada, Chiri. E naquele período, na Tibrons, Galsa. Um livro lá doi, criado-se pra lá, na Gati, Porpas, nós não criamos pra lá, de Tibrô. Última pra lá, no Tropeiro. E pode chegar, que tá aqui, botou. La doia brato talia e prava la doia dritta leva che arriva a stol, posso dare un po' di casa un po' di polivo, cambia di casa di casa. Vi do la doia brato talia, ottima in porta, stupnia mista, siamo stupiti. Sagni calini si chas, la doia brato in costo, la parlo, chi stupnia frigga. Começar a plan pose, de imprimir a vida, para deixar de criar titânio. Depois de criar vida ouvida, ali, eu acalhei na plan de pose, no palo, e vou ativar em outra história, para a aula que eu podia manter. Este vai just ficar o balanço, mosna, que ele tem ouve a calina imprimada, que está de balanço, já no palo. Que vai essa arte para essa chassi, para a lua do Inapalo, e tal de amor na TV Sagui Liva Calina, porque vai pôr no posto, pessoal, me livre. Este é o seu farol de balanço, vou na vitima de Calina, e vou de mais forte, vou de mais na vida. Lida, lá do Inapalo, e tal que a gente vê o seu vídeo de outro Inapalo, para deixar de ratão. Cali na palo, traz na sala, balança no chão, chantar, servidor, líder, servidor, servidor, sraldo, sangue, calini, outro que vai engrudir no corpo, servidor, vida, pode ir na sala, mas chantar, servidor, servidor, vida, na sala. Os animais de níveis que foram de dor. Vi. De dor. Vi. E choras de dor. Queríamos se ver na cobra tolca e para deixar de ser de canis dele. E pode mandar para a broda, pedir na doi, e logo que solta na palo, pode mandar a via, e para a broda, pode mandar a escutinha ver que você virou, vira para a escutinha ver, e eu estou, vira para a Estou a viver de novo. Vim. Estou a entrar no que livro que lhe está falando. Estou a se ver conforto com isso. Estou a me lavar. Estou a me lavar. Estou a se ver conforto. Deixá-lhe. E outro pedido. E roda da coisa que dia mesmo a deixar. No papel. Ana da eu. Estrada. Estou a energia. Obrigado, Sê, de novo, Miss Lee,
вълне и готови човек такова живот, такова сезе човек, да се улипкаме. И конечно, после любое практик динамички, надо еще как сидеть надо, дышать надо и потом поставить нашу расницу. Просто положим правую ладонь на живот, обратно, левую ладонь на грудь и дышим просто глубоко. Полный йогический дыхание, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, глубокий вдох. Глубокий вдох, задержка дыхания. Дым концентрации на район живота. Чувствуем внутренний сил. Чувствуем внутренний пустота и темнота. Плавный вид. Глубокий вдох, еще раз задержка дыхания. Плавный вид. Глубокий вдох, задержка дыхания. Медленно спускаем руки, расслабим тело, можно сразу на шавасана, приподнимаем колени, иконка очень медленно-медленно, и спускаем полное тело, дыхание, очень сильно полное тело и расслабим так. Себе вот так 5-10 минут и заводим все, что вокруг нас.